Привет, я, как всегда, Алексей, кухня Bon-App. В этот раз шикарнейший и в то же время простой рецепт чизкейка с Oreo. Фанаты этих маленьких печенек точно останутся в восторге. И, кстати, чизкейк без выпечки. Для базы я беру несколько печенек Oreo, отправляю их в блендер. Нужно измельчить их в крошку, при этом нет необходимости удалять крем. Кстати, удобнее измельчать с помощью вот такого миксера. Ну вот, вроде получилось. Теперь сливочное масло. Его нужно растопить. Я это сделаю в микроволновке. 30-40 секунд вполне достаточно. Добавляю к перемолотому печенью. Перемешиваю, чтобы все масло впиталось. Отлично. Для удобства стоит использовать разборную форму или кулинарное кольцо. И чтобы легче было извлекать готовый чизкейк, я застелил дно и борта пергаментом. Всыпаю подготовленную массу для основы. Теперь хорошо распределяю и придавливаю. Отлично это получается с помощью стакана, ну или можно это сделать руками. Убираю в холодильник на время приготовления сырного крема. Для крема нужен сливочный сыр Филадельфия или его аналог. И еще немного маскарпоне. Теперь взбиваю буквально пару минут. Окей, еще белый шоколад, он уже поломан на кусочки. Растоплю его в микроволновке, а вы, если есть желание, можете заморочиться с водяной баней. Добавляю к сырному крему. Продолжаю взбивать. Как видите, крем густой и довольно плотный. Добавляю сюда печенье Oreo, но сначала его нужно измельчить. Измельчаю ножом, оно хорошо режется и ломается. Вот так будет в самый раз. Добавляю в крем. Снова перемешиваю. Перекладываю все это на базу, на основу чизкейка. Аккуратно распределяю. Так, теперь снова нужно поместить чизкейк в холодильник, в идеале на 2-3 часа. Подготавливаю крем для декора. Беру жирные сливки, 30% или больше. Будет идеально, если перед взбиванием их подержать минут 15-20 в морозилке. Добавляю немного маскарпоне, он придаст прочность крему. Сахар, но не очень много. И ванильный экстракт, либо семечки из одного стручка ванили. Взбиваю. Крем должен стать очень густым и крепким. Перекладываю крем в кондитерский мешок. Честно скажу, мне следовало бы взбивать немного дольше для идеального результата. Но перед тем, как украшать, вынимаю чизкейк из формы. Выдавливаю крем вот такими, скажем так, цветочками по всей поверхности. И в завершении небольшой декор печеньем Oreo. Вот как-то так. Если найдете мини Oreo, смотреться будет вообще круто. Чизкейк шикарнейший и невероятно вкусный. Одна проблема, как всегда, очень сытный, и поэтому его много не съешь, а жаль. Готовьте, пробуйте, вам понравится. Делитесь, подписывайтесь, комментируйте. Бон аппетит!